Ну вот вы сейчас описали объем работы своей судьбы. Теперь что делать? Аскезы для вас? Да, а вот да, с, давайте посмотри, посмотрим на вас. Вот смотрите, это ваша судьба, дочка тут ни при чем. Если, допустим, вы считаете, что дочка, значит, тогда вы уже проиграли судьбе. Как судьба делает, чтобы с ней не боролись? Она переводит стрелки. Ну, то есть, если дочка, с ней проблемы, не с моей судьбой, значит, тогда все, пусть дочка и меняется. То есть, я о чем мне меняться? Все, дальше, до свидания. Шансов нет победить судьбу. Итак, не дочка, а моя судьба, да? Теперь что делать? Следим за собой. Это для всех. Вот смотрите, та дочка, ну, в крайней степени, да? Я мать. Тяжелая ситуация, очень тяжелая ситуация. Что делать? Смотрим, что происходит. Если я замыкаюсь, не могу больше ни о ком думать, у меня теряются отношения с мужем, на работе, значит, тогда нужно служение людям. То есть я отвлекаюсь от дочки, иду, сажусь в кружок там, и вместе молитву поем. Или иду там к подружке, забочусь о ней. Ну, то есть служение, не, идти к друзьям не означает брать у них что-то, означает давать. Они тебе будут через благодарность возвращать все назад. Если у тебя сил нет, руки опускаются, концентрации нет, тогда природа, вон лес, свежий воздух. Движение на свежем воздухе, слушаем лекции, молимся по дороге. Ну, как бы, когда ты идешь, бежишь, лучше не молитву читать, а слушать, чтобы дыхание не сбивалось. И если ты видишь плита перед тобой, как бы камень, тогда, ну, ты молишься, но не помогает. Молись в святом месте, иди в храм молись, иди есть в святое место на выходные молись. И так далее. Вот такие вещи. Знаете, зачем она со мной разговаривает? Она хочет поддержки. 20% уже побед над судьбой. 20%. Больше даже чуть-чуть. Скоро успокоит сердце. Оно уже спокойнее стало за дочку, чем раньше было. Скоро совсем успокоится. Это будет первая стадия. Вторая стадия влияния. Она же будет вас слушать на второй стадии. На третьей стадии ее сердце поменяется. У дочки осталось... Ну, где-то 6-7 месяцев такого периода. Ну, самое тяжелое 2-3 месяца. Потом дальше у нее резко поменяется восприятие мира, все поменяется. Ничего не произойдет, все нормально будет. Вы же контролируете ситуацию. Уже 20% победили, значит, уже психушка, до свидания, все. Психушка — это все 100%. Никто ничего не делает, всем по барабану. Вы же молитесь, все, побеждать судьбу. Психушки не будет. Ведь ей нужна поддержка. Она все делает, просто не хватает сил. Поддержка. Иногда поддержка — это важная вещь. Она нужна в бою. Сражение идет за судьбу, за дочь, дочери. Воюет человек. Нужна поддержка.